Приветики, мальчики, кто бы мог подумать, но вот спустя сколько там, 5, 8, 9, 500 лет прошло, я точно не могу вспомнить, но прекрасная игра Until Dawn выходит на ПК. Ура, победа! Дожить до рассвета — это приключенческий хоррор на исследование для одного игрока. В нем прекрасная атмосфера, ну и вообще-то некая интерактивная литература о жизни. Игроки столкнутся с решением всяких последствий, ну и, конечно же, в игре есть несколько концовок и глубочайший сюжет. Вообще же, это эмоциональная драма с некими кинематографичными тайнами. Очень мрачная и интересная игра с мяском. Игра уже завоевала уважение игроков и их любовь. И вот, наконец-то, она выходит на мою ПК-консоль. В честь этого события разработчики выпустили трейлер выхода игры на ПК. Давайте его заценим. Для лиц, достигших 17 лет, PlayStation Studios представляет. Записано на PS-ке, кстати. Что вы сделали? Я просто возился с этим, это было несерьезно. Я такая идиотка. Это Ханна. Да. Мне нужно убедиться, что вы понимаете несколько вещей. Я дам вам 10 секунд. Пожалуйста, нет, не надо. Это Until Dawn. Прошлое не подвластно нашему контролю. Вы должны принять это, чтобы двигаться вперед. Это была просто шутка. Все, что вы делаете, каждое решение, которое принимаете, будет открывать двери в будущее. Выбор за вами. Я хочу, чтобы вы запомнили это. Я хочу, чтобы вы помнили это, когда будете играть в свою игру. Это вы. Ля. На ПК выходит. Я не испугался. Все нормально. Нормально. Скоро. Отличная весть для владельцев ПК-консоли. И меня она особенно порадовала. Конечно же, в это я буду играть. Это был Антивирус. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал за новыми видео. Пока-пока и дергайте меня за бока.